Фонд поддержки детей в непростой жизненной ситуации запускает социальный проект. 17 мая в Международный день детского телефона доверия пройдет общероссийский интернет-марафон «Круг доверия». Прямая трансляция из студии Международного информационного агентства «Россия сегодня» будет идти на все регионы страны. Увидеть происходящее в студии смогут все желающие на сайте онлайн-марафона и на сайте «Детский телефон доверия». Главная цель проекта – рассказать детям, подросткам и их родителям о едином общероссийском детском телефоне доверия 8 800 2122. Это уникальная служба экстренной психологической помощи, в которую в трудной ситуации можно обратиться анонимно и совершенно бесплатно. Александра Томей, Луиза Егиазарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.